2-6. Счет по игре? Ну, я думаю, да. Хотелось поздравить команду соперника с заслуженной победой. Они создали массу голевых ситуаций и забили 6. К сожалению, что касается нашей команды, нам игра сегодня не получилась у нас, поэтому будем разбираться. И некоторые футболисты просто у нас выпали. По каким причинам это произошло ввиду этого, ну, будем разбирать эту игру. То есть, и, ну, необходимо сейчас настроиться. У нас очень важные игры сейчас. Остались 4 матча, которые необходимо брать очки, чтобы не оказаться в зоне вылета.